Уникальный для нашего края конкурс прошел в культурном центре «Соломбала-арт». Ростовые куклы, прекрасные бальные наряды и символы наступившего года. Всех объединил на одной сцене маскарад календаря. Фестиваль проводится 19-й раз и с каждым годом привлекает все больше участников. В этом году показали 154 ярких, прекрасно детализированных костюма. Участники были разделены на 10 номинаций. Самые маленькие, кому еще не исполнилось 3 лет, выступали как киндеры. Их было больше всех. В номинации «Сюжет» участвовали целыми семьями. Одной из самых ярких стали мушкетеры в исполнении семьи Карельских. Роль Д'Артаньяна и Констанции сыграли папа с мамой, а гвардейцами короля стали их 3 детей. Никого не оставили равнодушными ростовые куклы «Angry Birds», герои «Лего», «Трансформеры». Бальные костюмы, самые необычные наряды петушков. Участники маскарада дефилировали по сцене, как по подиуму. В каждой номинации выбрали победителей, раздали призы зрительских симпатий, и настал кульминационный момент объявления обладателя главного приза. Гран-при вручается костюму Емеля Веселков. Илья – один из самых младших участников конкурса, но это не помешало ему завоевать сердца членов жюри. Малышу прекрасно удалось передать образ персонажа русской сказки Емели. Для этого у него были все инструменты – лапти, щука и даже передвижная печь. Емеля участвует первый раз, так как ему 10 месяцев, он самый маленький у нас. Вот, идея пришла, не знаю, внезапно. Сначала сплела лапти, сплела щуку. И потом уже все. Дальше уже идея пришла сама по себе. Организаторы конкурса уже строят планы на следующий год. Хотят разделить финальный концерт на 2 дня, увеличить количество участников и разнообразить гала-представление. Здравствуйте! С праздником вас! У нас получилось! Ура! Олеся Кокина, Дмитрий Ушков, Виктор Коноплев. 7 дней в регионе.